мы решили устроить первый для нас фото-флешмоб. Обычно продвижение – это танцевальный коллектив, и, соответственно, мы всегда танцуем. Танцуем мы часто, это номера там концертные, а «Ракета» и наш флешмоб называется «Покоряя горизонты» – это первая наша такая съемка сверху, и ну, мы подумали, что это символ космоса, «Ракета», она у нас очень интересная. Около 200 человек было вот сейчас задействовано в этом флешмобе от 7 до 23 лет. То есть самые маленькие – все школьные отделения нашего большого коллектива. Тема космоса для нас родная, потому что в день космонавтики и образовался наш коллектив. И в этом году нам исполнится 19 лет. Поэтому каждый раз мы придумываем что-то новое, но сегодня это особо крупномасштабная акция и флешмоб, который соединяет наш большой коллектив, и выступления. И, в общем, сейчас будет череда концертов. Так мы отметим свой день рождения и, конечно же, большой для нас праздник – День космонавтики.